Сегодня, 21 августа, прошел ровно год с трагических событий для жителей села Макок. Год назад в результате пожара без крова остались около 700 человек. Оказалось, за сгоревшее жилье и имущество жители еще не получили компенсацию. В связи с этим около 120 жителей села сегодня устроили митинг в селе, сообщает «Черновик». Погорельцы говорят, что спустя 5 месяцев после пожара получили только по 5 тысяч рублей единовременной выплаты на одного человека, но не больше 25 тысяч на одну семью. Затем возникли проблемы с формированием списков, так как УФМС не подтвердила часть пострадавших. Жители села Макок на протяжении года в судах доказали, что их домовладения принадлежали им и что они являются жителями села. Напомним, что пожар начался из-за короткого замыкания. В одном из домов заискрила проводка. Огонь распространился в считанные минуты. В результате сгорело 80% села.